пойдем, но не будем стоять, как казалось. Мощам Сергея Радонежского. Пойдем? Да. Самый высокий крест православной церкви на это. Нет, тогда все равно в любом случае надо сюда приехать, если мы сейчас к мощам не пойдем. Ну это нереально попасть к мощам, потому что вот очередь где-то примерно на часа три. Серьезно? Да, мы некогда знакомые друзья приезжали издалека, нам выхода не было, мы стояли. Ну, я тогда все равно приеду сюда еще. Обязательно. Конечно. Только начала. Да. У меня только это начало. Да. А, такой кадр красивый. Все-таки я оператор. А вот там вот очередь вот в розовой. Вот это вот как раз та часовня, где вода Сергия Радонежского. Мы сейчас были в Проскевы-Пятницкой, ага. Часовня. А здесь именно вот то самое место, где сам Сергий Радонежский ударил по камню и пошла вода. Хорошо, а вот это вот... Вот это та же самая вода, она здесь выходит на улицу. Льется с креста. Можно подойти туда, но там очередь. Нет, мы уже на дальнюю живой. Да, да. Мы можем попробовать туда зайти, если на нас не наругаются, мы же к мощам не стоим. Поэтому давай попробуем. А, давай. Так, ну да, человек снимает тоже на камеру. Я хочу просто посмотреть фрески Рублева, конечно. Какое это место? Это такое благодатное место. Наташа, спасибо тебе огромное. это так цепляет за душу. Я даже в платке. Так. Все равно сегодня хорошая погода. Да, однозначно. Хорошо, что не сдувает. А куда мы потом поедем? Гефсиманский скит планируют. Это такое ваше видение, да? Этого чудесного, замечательного места. Видение отрокового Фламея. Видение что? Отрокового Фламея. Слышали такое? Нет. Вести рух. Картину Нестера, не знаете, известнейшей. Нет. Православной. Не говорите-ка. Эх, я. Я ей покажу. О, ты мне покажешь? Вот Фоломей, это детское имя Сергия Радонежского. То есть его так назвали родители. Так. И он очень плохо учился. И в один прекрасный день ему встретился монах. Так. Который его благословил. И который сказал, что с этого момента он будет прекрасным учеником. И отправил его домой читать Библию. Я не помню сейчас, какой, по-моему, псалтырь. Вот. Он пришел домой, а до этого он плохо очень читал. Он пришел домой и стал читать без запинки. Так Сергий Радонежский в детстве у него открылось знание и понимание. Встретился вот этот монах, симонах, но больше его никто никогда не видел. И до сих пор доподлинно неизвестно, это существующий был монах, симонах, или это был ангел в виде, вот в образе таком явился ему. То есть история умалчивает.
А это получается молодой Сергей Радонежский? Да, это Варфоломей. Имя детское Варфоломей. Ага. Вот я уже рассказывала, да, он плохо учился. И его вот этот монах благословил. И с тех пор он пошел в рост. Я сюда обязательно еще приеду вечером, потому что не попала к мощам Сергея Радонежского, но получила благословение. Тут говорят, в будние дни вечером свободно и можно спокойно побывать в мощах Сергея Радонежского. Так что мы сейчас попробуем вот туда попасть. Зал торжеств. Здесь вот рукоположение священников проходит. А что такое рукоположение? Чтобы стать священником, нужно пройти таинство рукоположения. Епископ на него возлагает руки и передает благословение, которое идет от самого апостола Петра. Да. Я сейчас как будто немножко в другой мир попала, честное слово. Это вот здесь, да, рукоположение проходит. Красота неописуемая. Сергея Радонежского, там немножко другая атмосфера. Там меня даже на слезы пробило. Сегодня здесь очень много народу, потому что выходной день. Поэтому сюда лучше вечером. И будет все свободно. Где Наташа? Ладно, Наташа. Очень светлый человек. Я очень благодарна судьбе, что я с ней познакомилась. Она просто чудесная женщина. Просто чудесная. Идем. История Наташи сегодня меня кем-то так и назову. Вот ты улыбаешься, меня это радует. Ты счастливая женщина. У тебя очень грустить. Повода вообще нету. Грустить? Абсолютно. Это что? Это непосредственно изображение иконы, то есть как святители собраны все вместе. Преподобный Сергий Радонежский, Николай Чудотворец, Дионисий. Это все ученики Сергия Радонежского здесь собраны. Ну, как бы на одном изображении, на одной иконе. А внизу вот лавра непосредственно. Какая она сейчас есть, так она и стоит. Раз, два, три, начали! Вот проспекта Красной Армии, конечно, это нововведение. Это раньше, вот эта вот дорога? Да, 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 это большая дорога. По которой неделю назад я ездила на велосипеде. Абсолютно верно. Ее исторически не было. Здесь не было разделения между вот этой зоной лавры, вот этих двух, называется, подольные храмы, подольные, то есть они под лаврой. И вот там как раз часовня. Вот где мы воду брали. Да. Подъем, и вот где мы были, смотровая площадка, это называется Блинная гора. Раньше исторически не было этой дороги, все было едино. И люди из храма ходили, спускались к источнику, вот где проспела, и проходили туда на Блинную гору, и там всегда проходила ярмарка. Империи сюда приезжали, к Сергию Радонежскому, потому что вот те стены, которые мы видим, и это здание, так и находится. Ну, только лишь в округе все окультуривается и окультуривается.
И вот этот человек, невозможно поверить, из Москвы переехал в Сергиев Посад. Это я. Причем из очень хорошей квартиры, как я понимаю. Для того, чтобы здесь было лучше. Да, и теперь 20 минут тебе до... До Лавры, 20 минут пешком. И я считаю, что это лучший город на Земле. А я считаю, что познакомилась с лучшей женщиной в мире. Одной из лучших. Я себя тоже, можно сюда в плиту? Ой, какие интересные это факты. Ты вообще очень много всего знаешь. Сегодня ехала, и мы счастливы. Ой, классно быть счастливым человеком, да, Наталья? Конечно. Как иначе-то? Как можно жить иначе? Счастье, оно в нас заложено, оно в нас есть. Его просто нужно открыть, и все, и оно начнет вылетать, оно начнет сиять. Даже несмотря на то, что ты один? Это не важно, хоть ты один, хоть ты в десятером. Это абсолютно не имеет никакого значения. Тогда, когда человек счастлив, он притягивает к себе таких же счастливых людей. А зачем человеку, будучи несчастным, притягивать таких же несчастных? И Петру, и Февронию, благоверные муромские святые, мощи которых находятся в Муроме, в Муромском монастыре. Петра и Февронии очень тоже благодатное место, изумительное. Очень советую съездить в город Муром. Это Владимирская область. Ну, ехать лучше до Нижнего Новгорода и оттуда. А лучше, конечно, на машине. Покровители семьи. Да, и здесь к ним, когда идет бракосочетание, все полные Сергиева Посада, все приезжают к ним потереть ручку счастливой Февронии, потому что она является благодетельницей всех жен, матерей и, конечно же, супруга. Ну, а я, если не замужем? Тем более натирай. Да. Так, сними это, пожалуйста. Так, когда я натираю, мне что надо говорить? Ты повернись к ней. Так. И просто попроси благословения. Благослови меня на что? На брак? Да. Пусть тебе она изыщет лучшего для тебя, суженого, ряженого, с которым ты будешь счастлива. Ну, тем более у меня сейчас одни сердечки, знаки идут, так что... Да, тем более да, ты да. Сказала, что я уже его встретила, своего мужа. Возможно, возможно. Он в твоем поле информации. А что такое, Наташ, поле информации? Это значит, что каким-то образом либо ты его знаешь, либо о нем информация может к тебе прийти, либо между тобой и им один человек. А, ну то есть не обязательно, что я его знаю, нет, правильно? Не обязательно. Ну то есть, может быть, ты о нем слышала или в ближайшее время услышишь. То есть это такой круг, который вот вокруг тебя. Это называется поле информации, твое личное поле информации. Ты у меня просто энциклопедия ходячая. Вот посмотри, это все замочки молодоженов, которые здесь побывали. Можешь тоже к ним прикоснуться. А, это же сердечки. Это конечно, же сердечки. Видишь, сколько сердечек. Опять сердечки. Опять сердечки. Да? Здорово. Ну все, однозначно, что я скоро выйду замуж. Тут уже к гадалке не ходи. Куда да, куда не деваться. Уже некуда. Уже все известно и все решено за тебя. Не говори. Это мы вот идем сюда? К этому памятнику? К этому памятнику, да. Так, расскажи теперь про этот памятник. Ну, это вообще очень редкое явление для православной церкви. Редкое явление, потому что не принято в православной церкви статуями, да, изображать. Вот католическое это очень распространено.
вот, в православной не так сильно. Но вот тем не менее, вот в нашем городе есть и Сергий Радонежский, и вот Петр и Феврония мы ходили. Вот сейчас подойдем, и Сергий Радонежский постоите, почувствуете, как он дает нам свое благословение. Медленно течет, позитивно. Мужчины, да. 5 шагов назад, пожалуйста. Очень часто белые голуби не садятся на голову. Против солнца. Все равно придется камеру перевернуть. И это все Сергиев посад. Как здорово, когда тебе Вселенная посылает такого замечательного человека, который тебе все еще и расскажет и покажет.